Вотки.ру – это магазин золота и премиум танков. Испытай удачу и выиграй ценные призы. Здесь каждая шестая игра бесплатна. При пополнении баланса введи промокод Грани и ты получишь бонус 15%. Ссылка и промокод в описании. Да твою ж мать! Да твою мать! Всем привет! Мой игровой никнейм Эвил Грани, и сегодня я буду учиться не надеяться на союзников. 44 без меня убьют, я лучше, наверное, в сторону города буду двигаться. Ну серьезно, ну чё ж там 140 так долго делает? 140 боится двушотную 44, я правильно понимаю? Какая тебе помощь нужна против 44? Чё ты ноешь? Блин, это просто 140 лучший союзник войны. Там 44, мне срочно нужна помощь. Я не понимаю, что происходит. Там фуловый Тартойс. Господи, ребята, что с вами не так? Вот что с тобой не так, Тартойс? Объясни. Что со 140-м не так? Почему он боится одну 44? Господи, сдох он еще. Ты всё... О, ты приехал. Здорово. Здорово, дружище. Как же ты вовремя. Прям вообще по таймингу убили. Там из 3 шотный. Вы понимаете, я даже не знал, сколько хомяка. Хомяк шотный. Из 3 шотный 20 хпшек. Единственный, у кого были хпшки, это 430. И он, ну, как вы знаете, погиб хрен знает где. Тартойс почти доехал. 2 минуты у нас. Ну, мы сейчас захватом будем выигрывать. Ну, блин, надо сначала убить этого ртовода. Ну, это нормально? Как я его не вижу? Я не могу его высветить, он с сеткой стоит, что ли? Либо он уехал. Он здесь. Он стоковый еще. Альфа пройди. Ну это просто пиздец. Я даже не знаю, у меня нет слов других, как сказать. Видеть! Нормально. Они просто, я не знаю, у нас какой-то борщ суровый. Опа. Здрасте. Вот в этом бою у меня какие-то лютые союзники. За шо? Ну постреляйте его еще с той стороны. Просто что это? Что это такое за луджи? Чувак, что это? Вот это? Что это такое? Я не знаю. Что это такое? Что это? Вот это вот оно. Я не знаю, чувак. Что это? Скорпион, ой, скорпион. Е3-го можно со всех сторон группой раскидать, так сказать. Скорпион доберет. Он, насколько я подозреваю, умирает. Он меня не видит. Они еще на захват станут, я не успею и арту убить, и вернуться сбить нормально. Более артовод мог отсюда уехать. Он, конечно, не уехал. Дай стараном. Успею наводчика починить, чтобы сбить. Но я не успеваю с других позиций. А, я... Блин, промедлил немножко. Это...
Я же сбил. Просто полсекунды. Мне одно сбитие, и это победа. Ноль урона, он выиграл. Ноль. Маракаси просто всегда с горящей жопой. А я всегда с остывшей жопой. Полезная информация. Привет, друзья. Колесная техника в танках. Новость о том, что будет вводиться эта самая колесная техника, появилась уже очень давно. Уже были первые дневники разработчиков. Мы сейчас откроем видос, посмотрим, что нам там разработчики скажут. Вот по прямой дороге едет, да? Она не сможет реагировать, не сможет она. Посмотрю. Фью! Вот так и звук, бля, дают. На этом все. Ну ладно, нормально я с ним разменялся. Я ему 3, он меня убил. Ну нет, не очень нормально. Ау. Ну все, я больше не хочу здесь. Я в принципе, я проверил, узнал. Все нормально. Здесь больше не интересно. Поехали где-нибудь в другом месте поищем фугасы от арты в лицо. Это про Тристан. Сори, что отвлек. Ну, как бы я больше не поеду в ущелье. 54 там так себе. Слюна стекает? Не замечали? Перевернулся, разбился, что-нибудь типа того. Застрял. Ну вот как можно наделать такие камни, что я просто не могу выехать? Спасибо тем людям, которые делают карты вот с такими хренями. Да пожалуйста! Вы только что посмотрели трейлер к следующей нарезке обид. Давай только без поджогов. Ой, ну я ж попросил без поджогов, надо было баки чинить. Я подумал, сейчас починю баки, сломает БК или еще что-то типа того. Типа того. Блин, столько IKVL, TV, STRG, да. У нас сегодня такой стрим соревнований, веселый, забавный, на разных уровнях. Вот, будем играть с Пашей. Он будет играть на самых крутых танчиках на левеле. Я, соответственно, на самых некрутых танчиках на левеле. Так. Ну вот Ирина, специалист, советует нам сказать Т67 и Е25. Вот я люблю внимательных зрителей. Даже не буду объяснять. Я на джедая сажусь. А, БЗ2J. Может, ты тоже на таком же? А ты садись на АМХ-38. Так это вообще не ЛТшка. Что по пробитию? 79, так я всех пробью. Я арту тут не могу пробить, слишком сложно. Так, альфа 55, у меня 206 урона. Главное, чтобы альфа прошла. Блин, он... Да твою ж мать. А, блин, а победа была так близко. У меня что, блайнд? У меня блайнд партия, 2 блайнда. Фак, 309. Я сажусь на 3485М, а ты садись на ВК-3001D. Ну, этот танк хотя бы ездит. Ну, это все, что он делает, на мой взгляд, если не ошибаюсь. Зачем желтешка умерла? Он сейчас пропадет. Господи, как на этом... Да, я сводился. Ну, ты на слово еще можно, 28-го. Как? Чё, как? Ты больше настрелял? Ты чё? Блин, какого хрена? Так, короче, я на КВ не поеду, а ты поезжай, знаешь, на чём? На КВ-4, наверное. Я так не хотел, чтобы ты его пикнул. Так не хотел. А чё, что хуже ты его? Боже мой. Я тебя понял. Я тебя понял, Андрюх. Так, а что на 9-м левеле? Вот на 9-ках не скажешь, что я прям что-то плохое тышки. Прям. Садись на Мойсхина. А, точно. Прям подмышку-то я и забыл. Нет! Просто тычку! Да блин! У меня сток пуха. Мне еще. У меня, оказывается, сток пуха было. Ты че шутишь? Нет, серьезно. Я забыл поставить. У меня все стоковые гусеницы и двигатели рации. Да блин, молчи уже, жопа. Есть, Андрюх, я к тигру 8-8 для тебя.
Твою мать. Топ-2 порвано. Садись на АТ-15А. Стрелял. Урона ни хрена. Золотые слова. Ты описал только что АТ-15А. Это как Черчилль 3, можешь так же описать. Поиграл офигенно, жаль, урона не настрелял. Че брать-то? Пусть Игрик. Это лучшее, что придумал эта игра. Господи, нет. Господи, ребята, Су-100Y. Су-100Y. Да иди ты в жопу. Ну как ты это делаешь? Все советую тебе Арчера взять. Бери Арчера, я согласен с зрителем. Вертит, как... А че он так прям совсем 12 км в час, а спиной? Спиной все 30. Это кто, блин, кто придумал такую вообще тачку? Это просто, это самый, наверное, неудобный. Должен жопой ехать к противнику и потом разворачиваться на... Это чё? Единственное, что на нём хорошо, это убегать. Даже порямиться не смог. Пунькс. Это самый конченый танк за сегодня. Не, ну идея была годная. Было весело, если вам понравился стрим, жмите лайк. Не, было весело, было прикольно. Особенно было тут на эти уровни спускаться вообще. Предлагайте, ребята, ваши челленджи. Вы предлагаете миллион своих идей каких-нибудь. На этом все. Спасибо всем, кто смотрел. Спасибо всем, кто поддерживал. Это было весело. Мне понравился этот стрим. Спасибо еще раз всем. Пока-пока. Доброй ночи.